День добрый, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале, и это у нас уже, насколько я помню, 106-я серия, да? 106-я серия игры Age of Wonders. Итак, чего мы достигли? Давайте кратко. Мы здесь нашли, как раз мы вовремя сюда пошли, и очень классно мы тут нашли такого товарища, который помогает вот этой Еве, которая вверху. Это главный наш антагонист, который пытается нам помешать. Это распространительница ксеночумы. Так называемая, пока она с нами не воюет, но у нее там у нас рейтинг минус 600, то есть буквально еще пару-тройку ходов, пару оскорблений в нашу сторону, скажем так, и все, она нам объявляет войну. Поэтому мы к этому усиленно, ну, скажем так, пытаемся подготовиться. Да, тут у нас задание от не помню кого, по-моему, от цветочков. Здесь мы немножко почистили карту, много боев провели, у нас резкая нехватка была по знанию, плюс мы взялись исследовать, взламывать чей-то компьютер, там, чтобы найти компромат, чтобы Кирко показать, что ее союзничка, вот эта Ева, подлюка. Так, тут мы взяли от роботов, автономов, задание. Сейчас мы сюда вернемся. Здесь у нас скоро будет 12 уровень, и мы присоединим все-таки какую-то, наверное, с космитом вот эту территорию, надо ее прогнать отсюда. Тут мы пошли на разведку, чтобы посмотреть, что же у нас тут, кто их охраняет. Тысяча, понятно. Сможем, наверное, убить его. Кстати, было бы неплохо колонию дваров захватить. У них тут есть такая штука, вот этот, то есть, двар, изыскатель. Он может клетки вскрывать и находить ресурсы. Надо будет этим воспользоваться. Так, ну что же. У нас есть два варианта. Первый вариант — это этот космит захватить. Второй вариант — это производство захватить. Производство у нас и так до чертиков. У нас нехватка космита, да. Космитная энергия. Это кто? Это белая, по-моему, да? Давай. Пусть будет. Нас обокрали, кстати, на энергию. Мы исследовали, кстати, этот космит. Надо его срочно построить. Это что дает? Плюс 6 колонистов. Ладно, это мы пока подождем. Нас вот это сильно интересует все. Наверное, даже вот так. Чтобы влияние быстрее получить. Тут нам еще сколько? 15 ходов мы еще вытянем. Так, регистрационные данные из ангара повреждены. Для анализа нужно пересобрать. Ну, пересберем давай. Так, взлом компьютера. Это повторяется, получается, с прошлой миссии. Подключение, хакерский взлом. Короче, надо что-то там сделать, я уже не помню. Наверное, надо Operations primed and ready. Операцию какую-то провести, связанную с этим, насколько я понимаю. Да, мы, кстати, активизировали посол прошлый ход. Наконец-то, потому что я забыл про нее. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас винтовка. Шок, мощный выстрел, 15%. 18 второго уровня, дальность 9. А мы нашли интересную винтовку где-то. Вот эту вот, по-моему, да, 18, а тут 17. Но она третьего уровня, оглушение дает. Я думаю, это будет более важная штука. Блин, перестает действовать это улучшение. Ладно, пусть будет электрическая. Так, от радиации нам не надо, очищение не надо, плазменный прыжок, вот это прикольная штука. Ну, как бы... Так, а это легкий отряд или какой? Это пехота, легкий отряд, да, снайперы. Мы сейчас, наверное, его сперепрофилируем для командира пехоты.
охранник у него и так есть, я не знаю, что это добавляет. Ага, эффект охрана для всех основных атак ближнего боя с охраной. Короче, 20% меткости при охране. Не, это нам пока не надо. Это мы пока брать не будем. Так, надо ребят проапгрейдить, наверное. Течение. Пусть будет. Так, и главнокомандующий у нас еще поднялся. Он у нас с огненным оружием. И опять же, надо двора мне. Надо мне двора. Бронь пока взять. Ладно, пока бронь возьму. Там огненное улучшение есть. Если бы дальнее это было бы хорошо. Сопротивляемость шоку, мы поняли, что это тоже хорошо. А точный выстрел это, по-моему, да, 15% выстрела из какой-нибудь обороны. Ну, пока все, наверное. Пока все. Что у нас снайпер? Проапгрейдженный. С-электрик. Пока его нечем апгрейдить. Да, армия у меня, конечно, пострадала очень сильно. У нас всего лишь 1000 в армии. Это плохо. Тут, в принципе, небольшой боец. Надо кого-то строить. У меня энергии нету, блин, вообще. Да, попал я в просак. Ладно, так, кто это такой? Это двор. О, кстати, это какой-то начальничек летает. А это я куда пошел? Я пошел вверх. Ой, не тем пошел. А тут я не пройду даже, наверное. Вот, блин. Так, я хотел вот эти цветочки отогнать за 58 и забрать космит. Блин, 9 космитов всего мало. Я думал, честно говоря, мне больше дадут. И давайте пока вот эту белую будем облетать. Пока мы с ней не воюем, посмотрим, что мы можем там собрать. О, 800. А у меня 1000, да. Потерял 2 пехотинца. Это не очень есть хорошо. Ну ничего. Разберемся. У нас тут сейчас все снайпера, поэтому как бы глубоко пофиг. В невидимости. Ого, цей раненый. Да, надо с энергией разбираться. О! Все, кто такой был? Залупивка, ты ба какая. Она сразу пробиванием занялась. Блин, я заданий тоже нету.
enemy killed. Надо, наверное, лететь сюда. Снайпера этого спасать, блин. Ладно, если что, мы его восстановим. Ну, хорошо, они так оглушают, молодцы. Ничего себе. Мощные ребята. Enemy killed. Так, ладно. Посмотрим. Что-то сильно. Крутые какие. Он открытый. Enemy eliminated. Отлично, одного есть. Так, а тебе надо кого-то подлечить. Enemy terminated. Да, эти ребята кошмарные какие-то. Our forces are victorious. Моего генералиссимуса примочили. И что мы тут добились? А, вот эта гадость нам тут портит нервы. Понятно. Тут бы город поставить. В принципе, это не моя территория, какая разница. Не будем там ничего улучшать. Так, нам бы вот эту девочку захватить бы. Вот этих бы убить бы. Тут у нас получается сейчас самая нормальная армия. Одна передача боли, блин, два лечильщика в этого шо? Пушка. Электропушка. Такого уровня, кстати. Первого. Двенадцать. Одиннадцать. Наверное, вот это лучше тебе взять. Давай попробуем. Тысяча все-таки, блин, у меня ни одного нету. Энергии нету и нету этих
операций тактических. О, еще и на этого колдану. Он и так сам по себе лечится. Так, а где мой? Братишка. Что он может? Создает подконтрольного конструктора. Прикольно. А, ну так это ж та самая мина. Я думал, он создает этого создателя мин. Так. Что ж с тобой делать? Тут у меня проблема в том, что обороны нету, да, ни у кого. Кстати, по-моему, самые опасные, ребятки. А, он еще и вылечить ее не может. Типа она не механическая. Понятно. Ну давайте, ходите. Супер агрессия. Ого. 9 броню снял. Так. У тебя передача. Нет. Значит, у этого передача, да? Да. Передача боли. Надо вот этого завалить срочно. Блин, чуть-чуть не достаю. Одну клеточку. Да ешь ты моё. С трех попыток промахнуться. Это ж вообще... Блин, как не вовремя это все. Enemy destroyed. Нормально. С 10% попал. А с 25 с 3 выстрелов ни черта не попал. Капец какой-то. Так, ну вроде киркома, по крайней мере, заблокировали. Еще корабль завалит. Негодяй. Так, что ты имеешь? Enemy eliminated. Отлично. Enemy eliminated. Желательно никого не терять, конечно.
вроде нормально. Вроде никого не должно потерять. Enemy down. Зараза, блин. Геракла своего потерял. Все очень опасные ребята. Enemy eliminated. Enemy eliminated. Блин. Our forces are victorious. Че он выжил? Странно, еще и живой. Objective completed. Понятно. Ну, еще одна винтовка ядовитая, кстати. Ладно, тоже пригодится. Ну да, он живой. Странно. А чё ты выживаешь, Чеша? Самосборка. А, уничтоженный разрушитель вернется в бой через два хода в ослабленном состоянии. Действует только один раз на битву. Офигеть. Он еще чертоубиваемый. Но мы потеряли модуль. Ладно, давайте его проапгрейдим. Так, девочка. Девочка, наверное, будет по тяжелой наземной технике. Даже не знаю. Ладно, пока ХП добавим, там потом разберемся. Подзачистим уже все, что тут есть. Привет, кстати, Дипломсу. Беленьким котикам привет. Кто у нас тут? Зеленые. Так долго он разрождается, это просто капец какой-то. Ну, наносима сама может подлечить. Это хорошо. Enemy annihilated. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Пинка под зад ему. The assembly march on. Так, наука это хорошо. Это что, сопротивляемость или целый опыт?
А, точность. Так, хорошо. Теперь нам надо еще то зачистить все. Тут завоевать, конечно, было бы неплохо. Тут 30 энергии, блин, вот там 1500. Это что-то непробиваемое пока для меня. Поэтому будем брать вот эту с космитом. Да, эти ругаются, что я там у цветочка выполнил задание. Что мы тут построили, да? Production ready. Хорошо. Production ready. Так, а что мы тут можем строить? Ничего такого интересного. Уничтожить отряд. С 900 мощностью, блин. Да не обойдетесь. Требования пустынников отклонить. Обойдетесь. Что там, пустынники войну объявили, да? Скотыняки. Так, а они где? Вот это они, по идее, да? Да. Давайте посмотрим, с кем у них война. Только со мной, да? Со всем остальным миром. Блин. Энергия и влияние. Энергии у меня не хватает. Это, по идее, энергия. Блин, я быстро строю войска. Но у меня нет энергии. Да, на нее производство. Пусть свет путеводных звезд сияет над вами. Элен Шо, присоединяйтесь к нашей молитве за запятнанную душу этой планеты. Этой планете пришлось немало пострадать от рук тех, кто загрязняет, отравил и покрыл слоем мусора ее почву. Ее стенания не слышны в этой ядовитой пустоши. Ой-ой-ой. Мы, амазонки, изменили и исправили множество миров, чтобы восстановить на них природное равновесие, но мало что может сравниться с деградацией этой планеты. Мы, люди, похоже, хорошо приспособлены к этой вражеской среде. Мы видели, как они собирали, перерабатывали мусор с планеты без вреда для себя. Возможно, если вы поделитесь своей технологией очистки, мы сможем применить ее для ваших целей и начнем исцеление этой планеты. Обмен модулями фильтрации не запрещен, вполне возможен. Однако следует заметить, что для вас более удобно и эффективно будет сосредоточиться на менее загрязненных планетах. Пусть эта планета и дальше выполняет свою функцию. Дитя мое, нельзя бросать в беде слабых и уродливых. Для всех есть место в целестианском свете. Я буду рада пригласить вас однажды присоединиться к одной из наших церемоний, чтобы показать вам весь смысл этих слов. Это возможно. Изучение псионических техник и потенциала в непосредственной близости будет крайне интересным. Но сейчас давайте вернемся к более насущному вопросу. Мы смотрим фильтрации. Мы готовы воспроизвести их для вас. Так, производство. Давайте. Это, наверное, еще одна фракция, да? Да, еще одна фракция.
Сила и высокая, 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 высокая. Тут все высокие. Понятно, и у нее совсем нейтралитет. Блин, 800 производства. Надо, наверное, пока забыть про еду. И про энергию. Хотя не. Не так уж многое мне это дает. Пока про еду забудем. Так, это что, что-то бесплатное? Фиг там, это бесплатное, конечно, 700. Значит, будем забирать. Сейчас пустынники на меня попрут, блин. Ну Enemy terminated. Ты ба мне как везет. Enemy down. Неплохо. Operations available. Enemy eliminated. Ты бы вплотную промахнулся. Это ж надо. Unit offline. Enemy eliminated. Ладно, он сам восстановится. Our forces are victorious. На всякий случай. Так, а что-то у них, а, нераспределенные там знания есть немножко. Так, это куда ты попер? Ты попер посмотреть, ты посмотрел. А, теперь же я их отсюда не уберу, блин. С помощью влияния. Да-да-да, теперь их убивать придется. От, блин. Все же они тут везде. Гадство такое. Так, что мы можем? Наверное, давайте электрику немножко. Хотел бы исследовать, но они, блин, такие дорогие. Шесть, беда у меня. Эти будут стоять, они не нападут. Эти будут потихоньку нападать. Так, мы восстановили регистрационные данные бота класса Омега Д. Переправляли Атиру в цех такой-то.
Но в пути они внезапно решили устроить вечеринку с фейерверками, черт, Бен. Роботы не устраивают никаких вечеринок. Эти фейерверки вышли из строя и взорвались, спалив все вокруг, в том числе эту самую базу данных, которую мы восстановили. Кажется, тебя просто в прошлой жизни никогда не звали на нормальные вечеринки. Звали? Нет, не звали. Хватит, вы оба ко мне уже придолбали, задолбали. Так, опять началось. Почему вы все еще не отослан на пересборку? Ладно, у нас наметился прогресс. Автономы должны знать, куда увезли Атиру. Нужно данные, можно получить у одного из роботов. Для этого нам надо либо связаться с ними, либо включить в нашу структуру останки сломанного автонома. Objective completed. Блин, слушай, задание за заданием. Установлена связь с автономами, ну, или 10 штук уничтожить. Так, мы связь установили с ними. Мы даже их качаем тут. Давай мы у тебя даже плавление брони купим. Денежка есть. Еще два хода. Так, гнездо прыгунов. Блин, какое гнездо прыгунов? Покажите. Вот это вот. Его не видно, сколько там. Ладно, пока отклоним. Не до гнезда мне сейчас. Что у нас тут? Incoming communication. Чак оскорбил меня. Блин, слушай. Мы ж вроде все исследовали. Странно, мы же должны были их убедить, исследуя там какое-то исследование. Ну, мы его исследовали. Дальше что? Твою налево, что я не пойму, что происходит. Так, зато мы хакера получили. И что? Задание какое-то здесь висит. А, хакерский взлом. Надо установить подключение. Блин, все требуют энергию. Прислала сообщение. Короче, непонятно пока, что делать, что-то я не разберусь. Давайте пока вот этих убьем, ребяток. Надо лететь, авианпосты быстро летают. Надо лететь, территорию захватывать. Хоть космита будет у меня количество, хоть какое-то. Да давай ты уже разродись, блядь. Она и тупит, блин. Operations ready. Ты бы наблюдение не отменилось.
Хрена себе оборона. Хотят корабль ты вообще не убил, да? Сколько у него единичка кровотечения. Все-таки завалили. Надо было его подлечить, наверное. Enemy destroyed. Фух, несу потери. Накануне войны несу потери, это бога. За 69 энергии сражался. Медам. Да. Ладно, у нас производство сильное, мы еще построим себе обычных юнитов. Operations available. Enemy down. Enemy destroyed. Enemy killed. Достали, блин. Что, еще где-то есть один? Все, противников не вижу. Все, какой-то один еще. Полуживой. Enemy killed. Так даже лучше. Our forces are victorious. Так даже лучше, немножко жизни я восстановил. Так, что у нас по знаниям? Так,
эту штуку изучать. Что это такое? А, это лечение. А тут ближний бой. Пусть будет. Да, я уже немножко даже подрастроился. Это мы. Ого, у нее уже 17. Цена плодится и размножается. Так, а это амазонки эти, да? Тут у нас цель какая-то, я не знаю, сколько ходов осталось. Пустынников мы сейчас примочим. Неплохо. Все промахнулись. Вот это мощная девочка. В толпу как забежит. Да блин, а чё ты сюда не идешь? Enemy annihilate. The assembly march on. Быстро мы их разобрали. Objective completed. И за это нам еще дали пару бойцов. Отлично. Зато было задание там 6 мусорщиков разобрать. А Цеша армии Евы надо уничтожить. Странно. Вроде бы я с ней еще не сражался. Так, куда этого послать? У нас с энергией можно взлом делать.
Так, ну давайте делать взлом. Требуется отряд. Сетевое подключение. Ну, так а мне и вот отряд еще. Не понял. Используйте сеть синтеза для создания прямого подключения к персональному компьютеру Евы. Сеть синтеза. Что такое сеть синтеза? Вот это, наверное, да. Пойму, что такое сеть синтеза. Подождите, Скирко у меня тут, да? Проблема, да? Кошмар, блядь, что такое сеть синтеза, мать ее, блин, заново. Может, этих надо было хакеров исследовать. Сеть Василиска. Может, сеть Василиска — это сеть синтеза? Тогда я никогда этого не сделаю, блин. Production ready. Космит построился, супер. Incoming communication. Happiness event in colony. Incoming communication. Ну давай попробуем. Что-то я не понимаю, что такое сеть синтеза, блин. Всех по два. Давай от этих самых здоровых, блин. Operations ready. Enemy killed. Enemy terminated. Unit disconnected. Животное, бежать. Enemy eliminated.
enemy eliminated. Enemy down. Це класний аквіанпост, що лечиться ударами. The assembly march on. Нифига себе, у него тут город рядом. Блин, не хватало мне еще с Киркова сражаться. Так, автономы мы выполняем требования. Everyone needs an excuse to do what they wanted all along. Давайте узел энергетики сделаем, будем энергетику качать. Так, дали звание, это хорошо. Боевой дух, это что такое? Плюс 200 все, пусть будет. Так, и этому что-то дали. Блин, денег нету. Подожди, денег нету, ну. А вот это ж мое. А, ну несовместимое. Имел я в виду твои границы, все равно нам скоро воевать с тобой. Так, что у нас здесь? Блин, может это строение какое-то? Отсюда можно установить подключение, но ресурсов недостаточно. Что всякая херня творится, ребята. Не пойму. Так, а тут у нас когда будет прирост? Через 28 ходов. Да. Давайте все на еду. Блин. Incoming communication. Комплименты раздает. Надеюсь, хоть один союзник у меня будет. А, у него война с белым, да? Да. Да. Это хорошо. Я, будучи амазонкой, тоже ж воевал. Кто-то мне войну Ева объявляет. И Иван какой-то объявляет. Кто такой Иван? War has been declared on us. Это понятно. Это кто такой? А, Иван это и объявил. Угу, хорошо. Главное, что не мне.
Так, сколько ты весишь? 1000. Да, давай завалим. Война с оранжевым у них. Хорошо. О, еще и здесь бандиты появились. Теперь они еще все вместе будут сражаться. Так будет лучше, чтобы предводитель был у армии. Да, блин. Войнушка началась. Заодно посмотрим, что это за воины такие. Я помню, они неплохо там стреляли. Со своей пушечки. Ого. Прикольно. Он в обороне, у него 20 ходов снял. Это круто. Так. А эту ранили, да? Enemy terminated. Enemy killed. Ну пока нормально, пока геноцид. Unit down. Потерял одного бойца. Enemy eliminated. Зверюга, конечно, мощная. Всех ранит, блин, но никого не убивает.
Enemy terminated. Enemy annihilated. Enemy eliminated. Кабан, ваш сын Иван. The assembly march on. Второй уровень. Да нафиг не надо. Objective completed. И газовая бомба не надо. Так, ну что ж, на этой позитивной, полупозитивной ноте давайте, друзья, завершим. Итак, у нас война с Евой и война с пустынниками. М-да. Ладно, счастливо.